В Кудряшовском новая амбулатория, в Криводановке поликлиника, в Марусино масштабный ремонт. Учреждения первичного медицинского звена Новосибирского района модернизируют. Как контролируют процесс, расскажет Наталья Цопина. Падает гемоглобин и все. Вот это попало, 60 было, 62 даже. Мне плохо было, я уже мечтала пожить еще. Как воплотить мечты в реальность, рассказывает врач-гематолог Вера Сибирцева. В день приема к ней записаны 15 человек, жители Криводановки. Чаще всего приходят пациенты, конечно, с анемическими состояниями, состояниями, осложнениями коронавирусов. Очень много пациентов наших, которые постоянно наблюдаются у гематологов. Зачастую это пациенты не очень мобильные, и вот им куда-то ехать, подниматься по лестницам, это тяжело. Здесь вот гора пришла к Магомету, и все довольны. За неделю в Криводановке специалисты передвижного центра областной больницы успели принять больше 160 пациентов. Почти половина из них – дети. Почти 70 человек, что называется, отобрали по-хорошему для курирования уже на следующем этапе, на этапе областной клинической больницы. Это те специалисты, которые требуют, скажем, те пациенты, которые требуют оказания специализированной помощи, высокотехнологичной операции, консультации очень, там, очень редких узких специалистов. Работает передвижной центр около нового здания Криводановской поликлиники. В соседних населенных пунктах медицинские стены также обновили. В Приобском принимают пациентов в недавно построенном ФАПе. В селе Марусино медики радуются капитально отремонтированной амбулатории. Скоро должны сдать и Кудряшовскую врачебную амбулаторию. Сейчас там уже приступили к внутренней отделке. Сейчас идет подключение к системе водоснабжения канализации. Здесь было достаточно большое количество вопросов. По проекту удалось на уровне Министерства здравоохранения, правительства Новосибирской области этот вопрос решить. Пока жители Кудряшовского медики принимают в старом приспособленном здании врачебной амбулатории, но готовы переехать, как только все будет готово. Новое медучреждение станет четвертым в рамках модернизации первичного звена в Колыванском направлении Новосибирского района. Меняется маршрутизация, и пациенты большую часть медицинской помощи начинают получать рядом с домом. Наталья Цопина, Валерий Павлов, новости ОТС.